важном курорте. Теперь вот Турция, Ереван, Грузия, Израиль, да, и другие страны. Всем привет! Привет, Кирилл, привет, Руслан, Привет, привет, привет. Нью-Йорк, Привет. вся Америка. Но позволь я отмечу, что и картинка, и звук стали намного лучше. Хорошая связь с Турцией. Пока да, посмотрим. Я на самом деле третий день здесь. Еще пребываю в неком анабиозе. Не очень понимаю. Будем это пока называть такой незапланированный отпуск, пока с неизвестной датой окончания. У нас называется это дети уже, с хэппи-эндом. Да. Дети уже накосячили, уже залили компьютер колой, потеряли обувь. Наказанные, надеюсь, хорошо, уже дети. Хорошо, что не голову. Но была проведена воспитательная беседа по поводу, что не время сейчас портить технику и нервы родителям. Да. Но, с другой стороны, мы вместе, море рядом, военного положения в Турции нет, мобилизации нет, продукты вкусные и дешевые, есть большое российско-русское комьюнити здесь. Я нахожусь в Мармарисе, хотя это такой традиционно британско-немецкий курорт, здесь в основном европейцы. И да, сейчас много русских, из-за этого, конечно, подпрыгнули цены на жилье. То, что раньше можно было снять по достаточно демократическим ценам, сейчас рынок саморегулируется. Но все равно пока принимают. Турки добрые, радушные. В принципе, такое неплохое место для рехаба после достаточно напряженных последних недель в Москве. Я скажу честно, находилась в таком состоянии пружины, да, которая никак не могла расправиться. И сейчас, конечно, знаете, это как говорят, можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки вывести нельзя. Так и тут ты можешь уехать физически из страны, но твои мысли, то, что ты читаешь все равно беспристрастно новости и переживаешь из-за близких, из-за родственников, друзей, просто людей, которые остались в России, от этого никуда не деться, конечно. Из последней новостной ленты, что тебя заинтересовало в Москве наиболее? Слушай, ну вот же совбез, да, сегодня. Марлезонский балет из двух частей. Был в два, по-моему, и потом в пять ожидают продолжения. Введено военное положение на так называемых независимых, как оно, не республики, да, как они, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Соответственно, не знаю, насколько... Я вообще читала, конечно, не очень хорошие прогнозы относительно того, к чему это может привести. Да, там же есть такой пункт о том, что власти могут осуществлять иные действия на этих территориях. Это что значит? Что подразумевается? Ну, ходят слухи о том, что может быть применено в Херсонской области тактическое ядерное оружие. Многие телеграм-каналы об этом пишут. Именно поэтому из Херсонской области сейчас отселяют жителей. И многие мои друзья из Москвы вот озабоченно пишут мне, что вот такие новости сейчас. Да, что касается Москвы, Путин также ввел уровень повышенной готовности на территории Центрального федерального округа, куда входит Москва, и Южного федерального округа. Это усиление охраны общественного порядка, ведение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникации и связи. Также ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра. Ну, в общем, такой лайтовый вариант военного положения. Сейчас вот читаю, что Песков заявил, что закрытие границ в Российской Федерации в свете введения военного положения в части регионов не планируется. Слушай, ну ты знаешь, очень многие отмечают, что в России сейчас существует то, что называется новояз, и поэтому вот как таковое военное положение может быть не введено, но все... так сказать, вытекающие и какие-то ограничения могут быть введены, просто не будет называться военным положением. Такое уже было неоднократно.
в понедельник, да, или когда Сергей Собянин заявил об окончании в Москве частичной мобилизации, вроде бы повестки, которые рассылались, больше не имеют силы. Но, опять же, это заявление мэра Москвы, да, какого-то указа президента не было об окончании мобилизации. Понятно, что сейчас начинается военный призыв. Я слышала такую версию, что просто не хватает офицерского состава, чтобы готовить и мобилизованных, и призывников, и поэтому сейчас мобилизация частичная приостанавливается, чтобы была волна призыва, да, осеннего, а потом может снова начаться мобилизация. Хотя кто знает, что будет завтра. Угу, это понятно. Ты кого-то, давай на секунду отвлечемся от московской реальности. Скажи, а ты кого-то видишь, как уже русских там, где ты находишься, там, о чем люди вообще говорят, что происходит в Мармарисе в твоем? Да, да, конечно, много русских, разными судьбами сюда попавших, кто-то и через Верхний Ларс добирался на машине в Турцию аж, кто-то самолетом, кто как, в общем. Все говорят о войне. Никто не наслаждается жизнью, да, и это немножко картинка вот здесь, и реальность того, что у тебя все равно в голове, она не состыкуется. Люди, которые здесь уже там, например, с весны, да, которые сразу уехали после 24-го, они говорят: Олесь, тебе нужно 2 недели, ты начнешь немножко вот оттаивать и немножко по-другому смотреть на вещи, себя сепарируя от той ситуации, в которой ты пребывала. У меня ощущение такое, что, ну, мне немного неловко, да, вот я как бы уехала, а там остались близкие друзья и вообще люди. Мне немножко неловко перед теми людьми, которые я здесь встречаю, да, потому что я себя начала ловить на мысли, что я как бы оправдываюсь, что вот простите, что вот так вышло. Особенно, когда ты там, ну, начинаешь, ну, я говорю, тут много англичан, которые отдыхают здесь, и ты начинаешь small talk вот этот, и как бы ненароком ты говоришь, ну, вот это да, но это не мы. Мы это не очень поддерживаем. Вот. Такой вот шизофренический отдых. Ну да. Но при этом здесь действительно большая русская диаспора и красивый регион, это море, сосны, эвкалиптовые деревья. Вот я уже нашла много чем можно занять детей. Там и теннисная школа есть, и бассейн есть, и рисование в русском культурном центре. И все это, конечно, стоит буквально копейки по сравнению с московскими ценами. Я сначала даже это за месяц, не за одно занятие. То есть, в принципе, жить можно, учитывая, если сохраняется какая-то удаленная работа еще, да, то вполне перезимовать, вполне. Турция – благословенное место, видишь, как выяснилось. Кто бы мог подумать. Да, туда, я помню, ездили когда-то челноки, потом ездили туда в All Inclusive люди. Я так вот ни разу на самом деле за свою жизнь из аэропорта, из Ататюрка ни разу не вышел в город. Сейчас уже Ататюрка-то нету. Ну что ж, будем надеяться, что это как можно, как бы, ты там устроишься нормально, потому как интересно, что там происходит вообще, в принципе. Скажи, нескромный вопрос, ты говорил, что цены на жилье взлетели. Ты можешь примерно обрисовать, в каких рамках они? Вот, допустим, на однокомнатную квартиру, там, на двухкомнатную квартиру. Я вам в рублях скажу, а вы там в баксы переведете тогда. По какому курсу, скажи хотя бы? Потому что сегодня Нацбанк говорит одно, а реальный курс говорят другой, поэтому даже непонятно, с чего и на что переводить. Ладно, скажу в лирах. Все. Да нет, это еще хуже, нет, говори в долларах. В литрах говори. Там же инфляция в курсе. Однушка где-то может стоить в районе центра, да, в районе набережной. Ой, какая здесь красивая Марина, ребят. Я, конечно, вот этот момент, когда у меня немножко мысли отлетели, когда ты идешь и стоят фантастические яхты, вот эти посудины, говорят, там стояла и Абрамовича сковородка, потом ее оттуда увезли. Вот, очень, конечно, красиво, умиротворяет, на это можно смотреть год, я думаю. Но вот где-то вот в районе порта двушка будет стоить 50-60 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше тысячи долларов. Это круто. Да,
Это прикольно. Да, где-то $1000. Это с повышением цены. Да, да, с повышением цены. Соответственно, если ты берешь какую-то долгосрочную аренду, полгода или год, ты выигрываешь, потому что сейчас здесь заканчивается сезон, хотя шикарная погода, нет такой жары, вполне комфортно, при этом чистейшее здесь море. А когда начнется сезон, да, цены логически повышаются, но поскольку ты уже заплатил за год, тебя уже как-то это вроде и не касается. Прикольно. Мраморное море, понимаешь. Полетели? Так, что? Если только до Турции, то дешевле же билет, правильно? Да, дороже. Сезон было дороже. Ну, сейчас все. А, ну, наверное. Да, это было смешно. Разгар сезона очень, конечно, до Турции было. Я-то на самом деле давно не была в Турции, особенно отвыкла вот от вот этих магазинчиков Versace, Dior. Цигель-цигель, ай-лю-лю. Да, ну никто, кстати, уже больше не кричит вслед Наташа. Прошло то время уже теперь, все. Стереотип уничтожен. Да. Так что за русско-турецко-американскую дружбу. А, ну что ж, это была Олеся Афанасьева, наш специальный корреспондент. Мармарисе. Да, которая перебралась из Москвы в Мармарис. И в какое-то время будем рассказывать о том, как вот это вот все происходит, ассимиляция. Ну, ребят, я адаптируюсь. Я, честно говоря, привезла с собой книжку Пелевина, которую вам рассказывал в прошлый раз. 3 раза носила ее на пляж. Ни разу так до сих пор не открыла. Правда, открыла несколько бутылок розе вместо этого. Я думаю, что да, я адаптируюсь. Конечно, буду следить за новостями из Москвы. В следующий раз расскажу вам что-то из культурной жизни, если она еще на тот момент там останется. Договорились. Спасибо, спасибо тебе огромное. Пока-пока и услышимся на следующей неделе. Хорошего дня, Нью-Йорк. Счастливо.